И привет, с тобой Танвей, со мной сегодня с своими друзьями пришли сходить в поход в Майнкрафте. Всем привет! Так, ну что, друзья, что будем делать? Ну, лично я прогуляюсь. Не знаю, зачем. Зачем, просто погуляю. Посмотрю, вот что, блин, у нас такая ночь тут. Капец. Здравствуйте. Ну я тогда к себе пока в палатку схожу, там посидите или. Да хотя. Чё? Короче, давайте историю порассказываем. Давай начнем с тебя. Вика, что ты можешь рассказать? Ну, мне рассказать особо-то и ничего. Хорошо, Кирилл, у тебя что? А вот у меня уже есть история. Как-то раз ночью я ходил по улице возле леса и наткнулся на коробку, ну или шкатулку. Она начала играть. Ее никто не заводил. Она была такая яркая, красная, синяя, желтая. Ну, я нашел это криповым и отошел. Ну, а дальше я обернулся, ее уже не стало, ее не было. Дальше я услышал очень долгий крик. Ну, а дальше, вы не поверите, я пукнул от страха. Блин, ты что, больной, нельзя так заканчивать истории? Алло. Ку-ку. Короче, ладно. Все, вы как хотите, я не знаю, что я буду делать. Я к себе. Ладно, это вырежем. Я, короче, пошел в... Ну, опять же, погуляю. Может, там... Нам же еда как бы нужна. Пойду там... Что сделаю? Что-нибудь. Что-нибудь непонятное. Например... Корова орудует. Капец. Так. Что мы будем делать? А мы... А что вы там делаете, я не понял. Народ. Это вы? Я сейчас кому-то надаю. Кто мне сломал? Капец. Сегодня даже раздето искать. Офигевшие, блин. О, май гад. Короче, ладно. Надо где-нибудь еще тут походить. Найду что-нибудь, может быть. Ой, я к себе зашел. Что же это видите? Она подвинулась. Ой! Да ты, вы! Да ты, признавайся. Это не я! Таня! Да это тоже не я! Ну это же не коробка живая. Да вы чё, больная, это не коробка! Вы о чём? Всё, давайте, до свидания, короче. Всё, я с вами не хочу общаться. Шучу! Так, давайте походим, что-нибудь найдём. Может, тут какая-нибудь деревня поблизости? Пока ничего не видно, на самом деле. Но... Не отчаиваемся. Мы поищем каких-нибудь приключений. Ну что там, деревня, может, какая-нибудь стрёмная. Не показалось? Мне, походу, показалось. Чё ты на землю села, чё, ненормальная, что ли? Короче, ладно. Пойдём. Туда куда-нибудь. Что-то у нас дерево такое, кстати, оно достаточно редко встречается. Ничего. Тоже ничего. Я не понимаю, что мы... Какое место мы странно выгнали... Ой, выгнали, выбрали. Вообще ничего нет, я не понимаю, что за... Происходит, реально, что за... Дребедень. О май гад.
Народ, что у вас все хорошо? Да, все хорошо. А что это? Ааа, не смотри, интересно. Вы сюда представили? Короче, идите вы нафиг. Какие-то странные сегодня. Давайте что-нибудь еще найдем, я не знаю. Что, вот хочется как-то вот в деревню какую-нибудь, где спокойно все, блин. Хожу, блин, ничего нету. Че? Так, слушай, Вика, ты себе окошко сделала или что? Уже утро, блин, наступило. Вообще странно. Вы коробку брали? Молодцы. Все, брали, везде нету. Ну как не везде, нигде, это ж я. Так, где мы еще не были? Мы в эту сторону ходили? Вроде нет. Опа-на. Опасно. Давайте-ка посмотрим. Опа, я что-то вижу. Ой, что за ошибки. Обращайте внимание, я не понимаю, что у меня везде не такое что-то с Майнкрафта непонятное. Какая-то пещера. Чё все волки, лисы там су... Ай! Кто мне... Пчела? Короче, ладно, давайте пойдем, может, что там... Я какую-то ж... пещеру там увидел. Так, пацаны, я не знаю, кто отсюда выбрал. Да? У меня особо-то не видела. Любые всякие охотники, как я знаю. Стой! Что? Народ! Дайте-ка я вас попробую открыть. Пацаны! А тут что? Ладно, странно. Она ближе становится, блин! Музыка какая-то заиграла. Со шкатулки, может? Где она пропала? Почему все пропали? Как они подыхают? Я... Ай! Больно? Мяско... Точно, я же за едой хотел. Надо как-то забрать мясо. Блин, забрал. Хорошо, хорошо. Где выход? Вот выход, все. Давайте отсюда... Я... Мне кажется, мне уже не лечится, все. Капец. Все, давайте, до свидания. Я что-то за сегодня вообще очень сильно с ума сошел. Уже там ночь скоро будет, блин. Блин, я всю ночь не спал. Все, походу, там спят, блин. Или уже проснулись, я, блин, всю ночь бегал. Мне надо... Ой, мне надо поспать стопудово. А, капец. Я что-то... Реально сумасшедший какой-то. Где наше здание? Так вот, да, вот все. Друзья! Вы здесь? Блин, Вика, ты не хочешь залезть? А что-то в костер прям еще села вообще. А, Вика. Ты сумасшедшая? Короче, все, ладно, минус один, я не знаю. Я ожидал, что что-то случится. Но... Не ожидал, что такого. Кирилл, как тебе вообще происходящее? Я вообще не понимаю, что происходит, блин. Я с этой коробкой, блин, тебе что-то реально с ума сошел. Так народ у нас как-то что-то... Темновод стал. О май гад. Не иди сюда. Не иди сюда. Пожалуйста. Ой, все, я не знаю, как-то фигня у меня. Мне кажется, это на мне померечилось. Так, Кирилл, ты что-то видел? Да нет, вообще ничего. Блин, ладно, все, я спать. Давай, ложим, блин. О, спать. Что за звук? Кирилл, все нормально. Кирилл. Кирилл!
Что за фигня происходит? Что за коробка непонятная ходящая? Почему мне индикаторы пропадают? О, капец, что происходит? Вообще непонятно. Ну, ладно. Не отчаиваемся. Как не отчаиваться, друзья, все сдохли. Не поймите, из-за чего. Мне реально инвентарь пропадает. Короче, не обращайте внимания, у меня сердечки что-то пропадает, инвентарь, все. Капец. Слушай, ты, коробочка. Ой! Пуха поснесла, слушай. Подожди, слушай, если ты из-за этого мяса все. Так, коробка, ладно, если ты живая, на тебе вот. Тихо. Надо валить. Все, это мне не мерещилось. Ой, блин. А может, не померещилось? Я не знаю, блин. Я с последний день что-то вообще какой-то непонятный. То не мерещится что-то, то нет. Короче, все, я спать. Опять. Сень, подожди. Все, да, я сплю. И что-то не спится. Кто вообще? Спасибо за них. Грустно! Что за... Додик писал. Здесь что-то непонятно ничего. Что происходит? Слушайте, я не знаю, что у них это вообще все крипово. Давайте мы пойдем, может быть... А, куда? Сюда? Да, вот там вот была эта странная штучка. Давайте к ней сходим еще раз. Да, коров уже нету. Тихо! Чуть не упал. О, капец вообще. Что за день? Что, какой день? Дни. Так, коров, тут нормально? Он нормально? Так, да, полицейский, я правда забыл. Давайте, давай. Оп. Ай, блин, тяжело ломается. Да, блин, нет, не получается. Все фигово. Так, пацаны, подожди. Да ты меня задрала. Тихо, не трогай меня. Пожалуйста, не трогай меня. Ай-яй-яй. Блин. Просто нужно? Откуда у меня табличка вообще? Играем. Кровь. Все, пропуска. Что? Что мясо? Что мясо? Не надо. Нет, не надо, дядя. Я жить хочу, ты кто? Сран, ты ешь на самом деле? Что ты хочешь от меня? Ты разговаривать не умеешь? Хорошо. Иди в мясо. Иди в мясо. Блин, пацаны, ты меня, конечно, немножко пугаешь, но давай какой-нибудь мир. Мир! Помоги. Спасибо. Ай! Пацан. Уйди. Как ты свалить? Блин, я не в ту сторону побежал. Капец, мне вообще как-то не понравилось. Начинается. Бежим. Он здесь. Все, где моя? Где? Все, сюда.
Все, фу. Если мне не идет спать. Фу, капец. День, конечно, жесть. Я не могу заснуть. Я понимаю, что что-то здесь неладное. Короче, давайте. Выйдем. О, май гад. Пацан, все хорошо? Пацан. Что за... Ой, блин. Все, хватит. Я не х... Нет! Валим, валим. Валим, валим, валим на гелике. Куда подальше? Короче, я вроде как от него уже оторвался. Но оно не оторвался. Как пройти? Блинский. Надеюсь, тебе понравилось это видео. Ты поставишь лайк, подпишешься, прокомментируешь. Обязательно подписывайся, чтобы к тебе не пришел этот гребаный бокси-бу. Ну, напиши комментик, подписывайся на мой телеграм-канал, ссылка в описании. И пока! Синя, отставай, все! Все, мы вроде как к тебе ушли от него. Ну и всем пока!